Значит, смотрите, мы вот показываю вам, это вот уже крем, он заканчивается. Это уже, по-моему, вторая баночка после того, как мы выпустили видео крем от трещин от пяток. Ой, крем для трещин от пяток. Что я хочу? Что? Крем от трещин до пяток. А кто? Крем от трещин на пяток. Видео крем трещины на пятках. Что у нас голосом? Мы немного приболели, и у меня есть рецепт вот такого замечательного напитка. Потом расскажу. Это молоко. И скажу, на чем его настаивать. Очень хорошее средство от кашля. Значит, что касаемо этого крема. Значит, это уже вторая баночка. Крем мы используем для разных целей. Я иногда просто намазываю руки. Вот кто-то говорит, что там разъест кожу, кожа слезет там слоями и так далее. Ничего подобного. Я, когда хочется, чтобы ручки были хорошо выглядели, там, ну, после, ну, как-то вот запустишь руки, так сказать, волосы. Так вот, я этот крем использую... Я этот крем использую для рук даже, намазываю, надеваю хб-шные перчатки, сверху резиновые, допустим, если делаю какую-то уборку, то вот в течение всей уборки хожу вот с такими жирными руками. Трусцы, вчера вспомнишь туда. Так что крем у нас используется, его можно использовать даже тем, у кого нет проблем с трещинами. Просто вот смазываете пяточки, и пяточки будут замечательные. И еще вот в видео я там использую крышку, у меня жестяная, не надо. Все-таки тут присутствует уксус, и пары, они разъедают металл. И я вам даже сейчас покажу. Или я выбросила? Сейчас выбросила. Разъедают металлическую крышку, и вот эта коричневая ржавчина, она осыпается в крем, и, в общем, ну, ни к чему. И даже, когда вы замачиваете яйцо в уксусе, тоже возьмите пластиковую крышку. Пленкой можно закрыть. Можно, да, можно сверху здесь сделать пищевую пленочку, и потом крышкой накрыть. Так, и вот сегодня мы будем делать крем. Делать мы его будем, применяя блендер. А то там у нас в комментариях уже прям написали, что мы тут совсем не знаем, что это такое блендер, миксер и так далее. Вот сегодня девочки написали, что блендером очень хорошо взбивается. Получается такой классный взбитый крем. Вот сейчас сделаем. Как его делать, мы на ускорении покажем, потому что рецепт уже был 100 раз. Да, да, да. Ссылку мы оставим внизу на этот крем. Вышло видео, как его применять правильно. В общем. Просто тут покажу, как блендером взбиваем, да. И пластиковой крышкой закрываем. Да. Все. Поехали. А про то, что говорили, не сваренное яйцо. Вот так он должен. Да, ну все нормально. Вот эту пленку убираем. Сварилось яйцо в уксусе. Да? Все замечательно, он прям желток такой, даже твердый, прям как сваренный. Все. Все, не отвлекаемся. Да. А то никто же не любит длинные видео. Знаете, вы включаете блендер только тогда, когда вы его опускаете в массу. Когда вы его вынимаете, то есть не выключайте, потому что разлетается, будь да, здоров. Вот почему блендер не любим. Ну, конечно, посуду надо другую, да? Сейчас скажут. Поглубже баночку какую-нибудь. Нет, взбивает хорошо, замечательно. Ну да, консистенция. Кремовая. Вот опять. Оператор тут тоже в крему весь. Не только ноги, которые намазать надо. Да. В общем, вот такая беда получается. Видите? Сейчас будем отмывать кухню. Кто там блендер советовал? Это моя невнимательность. Ну, не, ну, извините. Ну, я думаю, что достаточно, да? Ну, такой крем, да? Ну, хорошо, взбивается, ничего не забивается. Нормально, вполне себе крем. Все, дальше расскажу потом.
Вот крем мне очень понравился взбивать блендером. Вы понимаете, он прям соскальзывает из посуды, с ложки. Посмотрите, в общем-то, она чистая мисочка. Мне понравилось. Попробуйте тоже блендером. Вот так. Посмотрим, как намазывание. Да.